Привет, друзья! Мы в торговом центре Капитолий. Но сегодня рассказ не о нем. Я хочу вам показать аквариум, который стоит в этом торговом центре. Там плавают очень красивые рыбки. Вы можете купить корм и покормить рыб. Корм стоит 100 рублей. Вот написано: покорми рыбку, загадай желание. Питаемся добротой, заботой и кормом. Вот какие красивые рыбки. Загадай желание, получи подарок. По этому торговому центру гуляю уже почти час. И ни один не купил корм и не покормил рыб. Так что можно не волноваться, что рыб перекормят. Аквариум очень чистенький. Рыбки очень красивые в этом аквариуме. К сожалению, не могу сама продемонстрировать. Потому что снимать и кормить рыб одновременно я, конечно, не могу, к сожалению. Мне просто интересно, как это работает. Ой, какая красивая рыба вдалеке. Подходишь к аквариуму, все рыбки сразу подплывают к тебе. О, красавица какая. Жалко, что на аквариуме не написано, какие рыбки плавают в нем. Было бы прикольно. Были бы фотографии, какая рыбка, как называется. Было бы здорово. Если вы знаете, как называются эти рыбы, напишите, пожалуйста, в комментарии. Я буду вам очень признательна. Ой, прям посмотри, как они ко мне подплывают. Торговый центр находится в районе Марьиной Рощи. Пока Ариана моя на тренировке в школе Олимпийского резерва. Тренировки сейчас по 6 часов. Я вот себя занимаю. То гуляю в торговом центре, то в парке фестивальном, то в Екатерининском. Времени у меня много для прогулок. Потому что уехать домой, потом опять вернуться, это, конечно, очень удобно. Ой, красавица. Наверняка, конечно, их кормят, не рассчитывают, что покормят их посетители торгового центра. Не знаю, как все это происходит, как все это контролируется, сколько рыбки получили корма, не знаю. Какая-то рыбка спряталась. Соли. Ну, простите, чуть позже. Я все надеюсь, что может кто-то подойдет, покормит. И я вам покажу. Ну, увы. Сколько гуляла по торговым центрам, ну,
такой аквариум вижу впервые. Чтобы можно было покормить еще и рыб, которые в нем находятся. Ладно, рыбки. Ой, красавицы. Не могу от них оторваться. Такие прям чудесные, красивые рыбки плавают.